Вот остановились мы в Xperia Grand Bali отель. Вот посмотрите, как он выглядит. Выглядит он прилично, современно, опрятно. Ну и внутри также все опрятно, красиво. Перед вами отель Xperia Grand Bali отель. 4-звездочный. Выглядит очень интересно, современно. Вот на первом этаже сразу находится ресторан. Пойдемте, пройдемтесь. До пляжа буквально 800 метров. Какой 800? 300 метров, извиняюсь. Я еще не проснулся, встал рано утром. Принял душ и пошел для вас снимать. Пока не такое палящее солнце. Но посмотрите, какое небо. Чистое небо, ни одного облака. Вот это солнце. Вот если с этой стороны посмотрите. Xperia Grand Bali Hotel. Тут есть приятные места с такой небольшой отделенной террасой. Вот люди приехали. Вот таким образом он подвозит трансфер, выгружает, и люди заходят в отель. Отель полный. Хотели продлить на неделю, еще мест нет. До конца июля практически все ausgebucht. Все занято. Если мы зайдем сюда, то вот так вот тут выглядит ресторан. Это больше бар сейчас. Тут напитки. Напитки дают, выдают. Напротив, смотрите, магазин есть, туристическое агентство, парикмахерская с салоном красоты, небольшие магазинчики. Вообще рядом, в шаговой доступности, много ресторанов и магазинов. Вот это центральный основной вход. Вот так он выглядит. Вот это лобби. Вот тут был еще одно лобби с баром, но оно закрыто пока. Пока закрыто из-за пандемии. Тут такой небольшой информационный уголок. Тут стол переговоров. В основном тут сидят туроператоры. Вот тут должен быть интернет-уголок, но компьютеров нет. Утащили. Вот здесь бассейн. Можно полежать, позагорать.
Деление небольшое, но очень уютное. Вот бассейн для детей. Кошки тут везде. Их никто не шугает. И они чувствуют себя как дома. Вот маленький бассейн. Это тоже для деток. Тут для взрослых. Имеется туалет и кабинки для переодевания. Везде, смотрите, санитайзеры. Сейчас сниму маску, вам просто передам большой всем привет. Пожелаю всем прекрасного утра или дня, или вечера. Не забывайте про свой организм, он устает. И изнашивается одновременно, и ему нужны перерывы. Так что, если вы задумали в отпуск, то я вам рекомендую Турцию. В данный момент она доступная. Не знаю, как для какой страны, но всегда есть какие-то пути обхода при любых запретах. Поехали дальше. Да, кстати, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем добра, поехали дальше. Привет, друзья! Хотел показать вам немножко наш номер. Это нормальный доппельцимер с балконом. Вот лифт такой, он как выглядит, аккуратный. Кнопочки такие. Нажимаете, так выглядит лифт. Это так выгляжу я. Стоп, даже не закрывайся еще. Так, видите, немножко уже обгорел. Черненький. Ну давайте, пойдемте, зайдемте в номер. Тут, видите, стоят дезинфекция, санитайзеры везде на этаже. Вот так вот выглядит коридор. Все чистенько, убрано. Аккуратненько. Вот наш номер. 311 отель Xperia. Заходим. Заходим. Мы только пришли с душа уже. Это не первый сразу наш заезд. Мы уже прожили тут 3 дня, так что выглядит уже так немножко обжито. Вот показать хотел вам душ. Но это уже наши. Тут мыльно-пузырные. Вот это вот дается, выдается. И как они меняют каждый день. Вот эти вот. Тут есть мыло, да. Вот есть фен. Есть увеличительное стекло. Вот это вот зеркало большое, видите. Душ очень хороший. Есть лейка, есть душ, унитаз, полотенца всегда меняют каждый день, телефон. Это 4 звезды, так что все есть, что нужно. Тут есть сейф, там есть тапочки, вон, кто спрашивал, тапочки ли есть, все есть. 2 светильника. Тут есть еще 3-я кровать, но оно сейчас используется как кресло. А так, я столик попросил, вообще-то 1 столик. Я попросил, дали 2-й столик. Я ставлю 2 столика, ставлю свой компьютер, чтобы повыше немножко было. Ну, есть клима, кондиционер, вот, очень прекрасный, новый. Нео-инвертор, очень хороший. С пультом управления, вот с таким. Регулируется по любой программе. Есть плазма-телевизор, там 2 русских канала, тоже, в принципе, хорошее качество, не рябит. Так, ну балкончик еще хотел показать. Вот такой балкон, в принципе, солнце уже на закате. Ну, вот такой вид с балкона. Ой, извиняюсь, тут висят женские принадлежности. Так, да, хотел показать вам еще в номере кофе, чай, чайник. Это все пополняется каждый день. Плюс в номере есть еще холодильник. Сюда ставят воду.
Соки, по-моему, тоже стояли. Ну, вот так. В принципе, такой небольшой обзорчик. То, что нам нравится, убирают каждый день. Меняют постельное белье, подушки освежают. Ну, одеялко вот такое. Ну, в принципе, спать комфортно. Я вообще без одеяла сплю. Номер современный, чистенький, видать, свежий ремонт. Ребятки, посмотрите, Xperia Grand Bali. По ценам очень такие демократические цены. Ну, плюс сейчас еще корона цает, корона, время короны. Немножко цены опустились, потому что туристов мало. А так очень-очень приличный отель, я всем рекомендую. Ну, сделал вот так небольшой вам обзор. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, что вы думаете. Буду рад. Мы только что пришли с моря, еще даже, в принципе, соль с нас не смылась. Сейчас в душе будем исправлять ситуацию. А так, настроение солнечное, все прекрасно, и вам этого всего желаю. Поехали дальше. Вот это что? Это курица, да? Курица. Да. Можно артишок тоже. Еще. Еще один, да. Спасибо. А это что? О, самое вкусное. Можно еще кусочек один? Да. Спасибо. Вот тут дальше идет лобби небольшое, тут есть лифт, внизу идет сауна, массажи, доктор там есть, если вы посмотрите. Ну, в данный момент там все закрыто, я ничего вам не могу показать. Когда мы приехали, было открыто, но сейчас почему-то закрыли все. Из-за пандемии, вероятно. Так, зайдем сюда. И тут вот идет такой вот завтрак. Можно взять. Тарелки. Сегодня вот это вот доступная еда. Яйца, колбаса, омлет. Зелень, сыры. Вот так. Музы, всевозможные хлопья. Вода. Вода, соки, кофе. Даже посмотрите, есть такая машинка, но она почему-то выключена. И хороший кофе с этой машинкой. Так, хотел показать вам еще террасу. Террасу. Такая, можете сесть на террасу. Смотрите, если вы будете бухать, тут там есть такая опция — французский балкон. Вот так выглядят эти французские балконы. Просто окно с перилами. Балкона как такового нет.
имейте в виду, вот это французский балкон. Ну, вот так. Терраса довольно приличная, уютная. Вот так выглядит. Так выглядит ресторан. Лобби бара. Тоже везде, смотрите, стоят защитные пластиковые окна. Guten Morgen, meine Sorge. Так, ну и вот тут, смотрите, еще идет отделение. Ну, в принципе, я вам все показал. Да, там тоже вон дальше есть туалеты. Все, идем на выход. Вот тут идут ступеньки. Еще раз вход в ресторан. Убирают, чистят, моют. Все как положено. Такой лифт. Поедем. Мы на третьем этаже находимся. Маски нужно везде носить. Извините, что я так звук немножко поубавил, потому что все-таки люди как-то и кричать, но мне неудобно. Они все-таки тут в приватной обстановке, а ты ходишь с камерой и кричишь. Многие не хотят сниматься, многие даже говорят, нас не снимать. Вот сейчас девушка стояла, говорит, меня не снимайте, пожалуйста, она работник отеля. Ну, не снимайте, так и снимайте. Вот такой лифт, очень простой в управлении. Тут вот есть все шоу, какие они проводят. Постоянно какие-то у них интертеймены. Ладно, идем дальше. Вот тут такой отель. Такой коридор. В принципе, все чисто, приятно, опрятно. Вот так. Я надеюсь, я вам показал то, что вы хотели увидеть. Если будет у вас возможность приехать в этот отель, то я думаю, что вы не пожалеете. Завтраки, ужины, обильные все, голодными не останетесь. Но не такие уж изысканные, как вы можете покушать, например, где-то в ресторане на улице. Ну и цена, конечно, совсем другая. Так что вот так. Сегодня... Рис. Сегодня вот то, что у нас на ужин. Это курица, по-моему. Соус. Нет, это что такое? Фиш. О, давайте мне фиш. Рыба. Скумбрия. И вот это вот тоже положите. Что-то. Спасибо. Вот видите, еще картошка. Спасибо. Тортики, смотрите, есть. Тортики. Сыр, яблоки. Какие есть. Овощи. Петрушка, пожалуйста. Огурчики. Салатик вот можете положить. Я попросил лук. У меня нету лука. Сейчас он принесет лук сюда. Ну, спасибо. Спасибо. Принес мне лук. Спасибо. Thank you very much. See you. Enjoy your meal. Мы пришли с моря. Все обгорелые, перегорелые. И заходим в номер. Хотел показать вам вот наш 311-й. Xperia. Заходим.
Вот так. Зеркало тут, большой шкаф. Сейчас закроем. Сюда карточку вставляете. Такой шкаф, он раздвижной. Тут есть сейф. Еще раз. Шкафчики разные. Тапочки есть он. Так, тут вот посмотрите, нам сегодня немножко так сделали узорчик, положили. Кровать с матрасом шикарная, просто спать удобно. Подушки очень удобные, меняют практически их каждый день. Ну, денежку ложите им, 5 лир положите, и вам вот это будет все комфорт. Без денег они не очень, честно говоря, обслуживают. Тут есть еще дополнительная вот такая, мы не пользуемся, но как кресло я сейчас пользуюсь, но можно раздвигать, и будет у вас дополнительная кровать. Мне для компьютера я попросил второй столик вот такой. Вообще в наборе идет один, но я попросил еще один, и теперь у меня аккуратный столик, я могу тут сидеть прямо вот с кондиционером. Чтобы он сильно не дул, я его просто беру и вот так вот делаю, чтобы он вверх дул, иначе он в лицо дует и очень холодный. Кондиционер, видно, новый, качественный. Так, ну у нас вот тут не предусмотрено еще одно место, конечно, для чемодана, было бы оптимально. Но не предусмотрели, приходится ставить так, как есть. Тут у нас есть плоский телевизор, хорошее изображение, два русских канала, первый и НТВ. Тут у нас стол, пуфик есть, зеркало, светильники. Да, предлагается чайник, можете, и ложат кофе. И ставят одну бутылку воды каждый день. Вот такой расклад. Пойдем покажу вам ванну, душ. Ну, номер так современный более-менее. Вот это вот, вон тут и туалет, раковина, все такое новенькое, по крайней мере создается впечатление, что новое. Душ очень хороший, горячая вода. Посмотрите, какой тут есть смеситель. Тут еще вот сам душ очень удобный. Всегда есть мыло. Тут вон телефон даже в туалете, не знаю для чего. Вот это вот унитаз сам. Выглядит все опрятно. Кстати, забыл сказать, фен есть, увеличительное стекло для женщин. Ну, вот такой вот расклад. Такой краткий обзор. Номер чистый, свежий, никаких посторонних запахов я здесь не наблюдал. Мне понравилось. И есть еще балкончик. Пойдемте выйдем на балкон. Да, можем выйти на балкон. Тут на балконе есть вешалка для белья. Вот у нас три места, видать, потому что номер на троих, и стол. Вот такой вид, море не видно. Море вот за этим зданием. Но запах моря ощущается. И пекло сегодня невыносимое. Очень жарко. И как раз вот после обеда уже к 4:30 солнце заходит сюда, начинает светить в номер. До этого вы солнце здесь, в принципе, жары не ощущаете. Но благодаря очень комфортному кондиционеру, в принципе, в номере никогда не бывает жарко. А приятная прохлада, нет, свежесть. Сегодня вот то, что у нас на ужин. Вот это курица, по-моему. Это что такое? Фиш. О, давайте мне фиш. Рыба. Скумбрия. И вот это вот тоже положите. Спасибо. Вот видите, еще картошка. Такое все. My friend out. Спасибо. Вот тут тортики, смотрите, есть. Тортики. Сыр, яблоки. Тут есть. Овощи, петрушка, пожалуйста, огурчики, салатик вот можете положить. Я попросил лук.
У меня нет внука. Сейчас он принесет внучку вам. Ну, спасибо, спасибо. Принес мне лук. Спасибо. Thank you very much. See you. Enjoy your meal. Ильхан, брат. What's that? YouTube. А, this YouTube. Ты будешь звезда YouTube. Всем передай привет. 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 Вот это... Как дела? Хорошо. Хорошо. Давай, давай. Это куда давай? Очень знаменитый отель Xperia Grand Bali. Самый у нас тут важный человек. Спасибо. Самый важный Ильхан, потому что он разливает напитки. Спасибо. Все у него Alice Inclusive он делает. Yes. Да. What you say is correct. Я передаю привет всем моим подписчикам. Они все спрашивают, тут можно что-то выпить? Я говорю, приходите к Ильхану, он вас так обслужит, все будет очень хорошо. Я тебя люблю. Он вас всех уважает. Пожалуйста, подходите к Ильхану, это тут самый главный человек. Главнее, чем Big Boss. Yes. Да, он вам нальет, yes, обслужит. Of так course. Что, друзья, все приезжайте сюда, в этот отель. У вас все будет хорошо. Пока-пока. Пока-пока. Meine Damen und Herren, ich möchte euch gerne vorstellen, Jakob. Hallo, schönen Abend. Schönen Abend. Also das ist ein Big Boss, was noch nicht, aber kleiner. Ja, aber wichtiger Mann, der kann euch gerne helfen in alle Richtungen. Ja, der kann euch natürlich, wenn Sie Sitzplatz haben, besorgen, ja. Immer, immer. Also nochmal als Erinnerung, Xperia Grand Bali, Jakob. Dankeschön, vielen also, Dank. Leute, gehen wir weiter. Immer, immer weiter. Ja, Leben gehen weiter. Danke, danke. Danke dir, mein Kollege. Vielen Dank. Ну, надеюсь, я удовлетворил ваш интерес, ваше любопытство. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рад. Пишите в комментариях, что вы думаете, что бы вы хотели увидеть. Всегда с вами Андрей. Канал Alvis Travel по миру своим ходом. Пока-пока.